Когда я выбираю одежду, я ориентируюсь не на бренд, и чаще всего это для меня вопрос вторичный. Сложно сказать, какая вещь в моем гардеробе самая древняя, но, например, есть... Это, конечно же, какие-то очень любимые вещи. И, например, первое, что я могу вспомнить, это домашний спортивный костюм. Я уже не помню, сколько ему лет, но мне кажется, наверное, лет 10. Я абсолютно точно не хочу его менять ни на что другое. Редко, но бывает. Я сейчас научилась это контролировать, и когда мне хочется что-то купить, просто потому что мне хочется что-то купить, я заставляю себя сначала что-нибудь продать. Стихийный шопинг, я его стараюсь утихомиривать по принципу, чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное. Мне не свойственна погоня за трендами, и если меня просто даже попросить назвать какие-то тренды, я, наверное, растеряюсь, покраснею, и мне понадобится немножко погуглить.